Иннервация. Есть две иннервации. Есть двигательная иннервация и есть чувствительная иннервация. За двигательную иннервацию отвечает лицевой нерв. Чувствительную иннервацию обеспечивает нам с вами тройничный нерв. Но третья веточка тройничного нерва, она у нас с вами тоже... Третья веточка тройничного нерва, она у нас с вами дает двигательную активность жевательных мышц. Она отвечает за двигательную активность жевательных мышц.